Еще одной проблемной новостройкой в муниципалитете стало меньше. Стартовала выдача ключей дольщикам жилого комплекса Новобулатниково в поселке Измайлово. Из-за финансовых проблем застройщика строительство затянулось на 5 лет, но теперь работы завершены в полном объеме. В торжественной обстановке свои ключи получили первые из 216 владельцев новых квартир. Ключи вручаются Ямниковой Маргарите Васильевне, квартира номер 51. Проектом строительства предусматривалась подземная парковка на 99 машиномест. Несмотря на финансовые проблемы и сложные условия рельефа на данной территории, застройщик не стал отходить от своих первоначальных планов. Вся вот эта совокупность факторов, она повлияла на сроки строительства. Но застройщик благополучно справился с этим, вот просто героически, стоически он это все реализовал. И министерство, и администрация помогали ему в этом. Счастливые обладатели ключей сразу отправились в свои квартиры. Правда, сейчас здесь только голые стены, но за годы ожидания у дольщиков уже накопились идеи в отношении ремонта. Храм перед нами. Какой великолепный вид. Да, вид у вас красивый. Я очень счастлива. Спасибо большое всем. Все то время, пока продолжалось строительство, данный объект находился на контроле администрации муниципалитета. Максимально подключались к решению вопросов, когда проект уже и объект проходил проверку в Госстройнадзоре, потому что были свои нюансы, и технологические решения требовали внесения в проектную документацию, то есть, естественно, подбор соответствующей проектной документации, утрясение получения заключения о соответствии этого объекта, проектной документации. Ну и в дальнейшем, конечно, при вводе объекта были свои нюансы и проблемы, также помогали. Всего в этом году на территории Ленинского городского округа планируется выдать 2500 ключей участникам долевого строительства в проблемных жилых комплексах. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.